Мы немножко отдохнули и готовы с новыми силами рассказывать вам о самых интересных новостях из мира технологий. В сети скопилось множество информации о будущих смартфонах Apple, а это значит, не рассказать о них – самое настоящее преступление. Ну и не одними айфонами едиными, как говорится. В сети появились спецификации смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Часы Apple Watch Series 8 смогут обнаружить и предупредить вас о высокой температуре. А наушники AirPods Pro второго поколения будут не такими уж и инновационными, как рассказывали инсайдеры. А закончим ценой смартфонов, ведь она неизбежно вырастет. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на наш YouTube и Telegram-каналы и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет! Вы на канале Копипаста, у микрофона Антон. Поехали! Начнем с производства смартфонов. По информации китайского портала MyDrivers, компания Apple активно готовится к анонсу и старту продаж своих новых смартфонов. В этом году нас ждут сразу 4 смартфона – 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, и 6,7-дюймовые iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. И по данным источника, их производство начнется уже в этом месяце, в июле. Речь пока только о пробном производстве, а вот полноценный запуск производства состоится в августе. Это может говорить нам только об одном – дела у Apple идут нормально, и в этом году и презентация, и старт продаж пройдут по графику в сентябре. Что касается смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, то их спецификации опубликованы в социальной сети Twitter, и вы их сейчас видите перед собой на экране. В целом ничего нового, довольно ожидаемо. Помимо смартфонов, этой осенью нам покажут Apple Watch Series 8. И как сообщает портал MacRumors со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg, умные часы смогут предупредить вас о лихорадке. По данным Гурмана, часы Apple Watch Series 8 получат встроенный датчик температуры тела. Однако тут не все так радужно. Часы не будут показывать вам температуру в цифровом формате, а лишь будут сообщать, что у вас жар, и предложат обратиться к доктору. Новый сенсор, как ожидает Гурман, получит и Apple Watch Series 8, и совершенно новые часы Apple Watch Explorer Edition для тех, кто занимается экстремальным спортом. В любом случае, это нововведение, и если его добавят, лишним не будет, и есть вероятность, что кому-то и будет полезным. Конечно, полноценный термометр был бы куда интереснее, но имеем, что имеем. Все этой же осенью 2022 года мы с вами ожидаем еще один интересный и не менее популярный продукт – наушники AirPods Pro второго поколения. И как все тот же Марк Гурман говорит, наушники не получат фишки, о которых ранее сообщали инсайдеры. Речь о сенсорах для измерения пульса и температуры. С этими инсайдами и до этого было странное ощущение. Ведь, во-первых, встроить такие сенсоры в наушники достаточно проблематично, а во-вторых, это лишено всякого смысла. Зачем Apple создавать конкурента своим же часам? Да и в целом эта идея звучала как-то странно. Из интересного, наушники AirPods Pro второго поколения получат кейс с возможностью поиска в приложении «Локатор», прокачанный звук и другие мелкие улучшения. Ну и напоследок о цене, как и обещал. По данным портала Phone Arena, цены на смартфоны в США будут следующими. iPhone 14 от $799, iPhone 14 Max от $899, iPhone 14 Pro от $1099 и iPhone 14 Pro Max от $1199. Для сравнения, сейчас перед вами таблица с ценами на смартфоны линейки iPhone 13 и iPhone 14. Это что касается базовой версии. Самым дорогим вариантом будет iPhone 14 Pro Max с 1 терабайтом встроенного хранилища, аж $1700. Еще раз повторяюсь, что это цены в США. Во всех остальных странах будет дороже, примерно на 20-30%. А какой из гаджетов Apple вы ждете этой осенью? Мне кажется, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в этом году произведут настоящий фурор. Ваши же мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста, у микрофона Антон. До связи!